Меня часто спрашивают, что с парком. Вот сегодня могу сказать харьковчанам, что парка больше нет. После вчерашнего массированного обстрела ракетами, самолетами парк практически уничтожен. Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура. Чудом остались живые тигры и львы. Очень сильно пострадали их клетки. Они в любую минуту могут выйти на улицу. В тяжелом состоянии строения, где находятся медведи. То есть сегодня принимается решение, у нас времени до вечера. Либо всех умертвить, усыпить, либо принять какой-то момент их перевоза. Никаких шансов, никаких идей и никакого места их перенаправить нет. Thank you.
Thank you.